Привет, друзья! Израильская авиация продолжает активное применение авиационных высокоточных бомб «Спайс-2000». На видео показан удар такой бомбы по зданию, где, по данным ЦАХАЛ, были замечены члены подразделений «Хамас». Израильская авиабомба «Спайс-2000» наводится под GPS и сбрасывается на расстоянии до 60 км от цели. Планирующая бомба «Спайс-2000» производится израильской компанией «Rafale Advanced Defense» и весит 907 кг. На канале есть видео с техническими характеристиками этих бомб. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.